Благотворительный концерт «Палайдзе Целтес» или «Помоги подняться» пройдет в субботу 26 марта на Большой эстраде Межапарка. Все деньги, вырученные от продажи билетов и пожертвований, будут переданы фонду детской больницы для лечения и психологической поддержки детей из Украины. Выступит в Риге известная украинская певица Светлана Лобода. Подробности у Галины Сладовник. На Большой эстраде Межапарк идет строительство сцены, где в субботу 26 марта выступят многие популярные латвийские артисты, а с ними и находящаяся сейчас в Латвии украинская звезда Светлана Лобода. Я бы хотела пригласить всех, кто хочет помочь, поучаствовать в помощи семьям, которые приезжают из Украины, которые будут жить и расселяться здесь, в Латвии, поучаствовать морально и не только. Для их расселения, для их обеспечения. Все украинцы могут прийти на этот концерт бесплатно. Поэтому я вас приглашаю. Очень надеюсь, что в этот день мы немножко вас подпитаем своей энергией. Мы будем, по крайней мере, очень стараться. Вчера подумала, что было бы очень символично спеть песню потрясающего, гениального, на мой взгляд, музыканта украинского Андрея Скрябина. «Никому то не треба» — так называется эта композиция, она на украинском языке. Она как раз о том, что происходит сегодня и сейчас. Сама Светлана, как и все остальные артисты на концерте, выступят бесплатно. А вырученные от продажи билетов средства, а также собранные пожертвования пойдут в фонд детской больницы. Сейчас в стационаре проходит лечение 16 детей из Украины. За помощью обращались около сотни ребятишек. Готовятся в больнице и к приему детей из Украины с онкологическими заболеваниями. С какими именными диагнозами поступят дети в Латвию, решается на уровне Европы, чтобы малыши могли получить наилучшую помощь. Мы сейчас уже видим, какая помощь детям и тоже их семьям нужна. Есть медикаменты и терапии, которые не оплачиваются государством, и с тем и мы сейчас уже помогаем, будем, конечно, помогать. И в том числе нужна социальная поддержка, это транспорт, чтобы доехать до больницы и поехать уже обратно. Билеты на концерт можно приобрести в Билишо Парадизе или пожертвовать при входе на концерт не менее 3 евро. У входа будут установлены ящички для пожертвований, будет возможность пожертвовать и через банковскую карту. Граждане Украины при предъявлении украинского паспорта смогут пройти бесплатно. Концерт без скамеек. Будут только те стационарные, которые здесь в эстраде есть. Можно сидеть на ступеньках, может быть, возьмите какие-то подушечки или одеяло, да, и, которые люди знают, что захотят побыть дольше, но трудно стоять, пустят со складными скамеечками вовнутри, так что можно взять свои, так же, как можно взять термос с чаем или водичку, только не в упаковке из стекла. Это единственное указание, что стекло невозможно занести, но остальное сами подумайте, чтобы вам было комфортно. Благотворительный концерт состоится в субботу, 26 марта, на Большой эстраде Межапарка. Концерт «Палайдзе Целтес» будет транслироваться и по латвийскому телевидению на канале ЛТВ-1 с 13:50 до 18 часов, а также на нашей странице в Facebook и на rus.lsm.lv. Галина Солодовник, Сандес Полес, Рус ЛСМ.